Абигейл играет на своих вампирских корнях, устанавливая связи с историями Дракулы. Возможно, появление самого известного вампира. В этом видео расскажем о отце Абигейл и его связи с сюжетом. Если вы новенький, нажмите кнопку «Подписаться». Кто отец Абигейл? Кристоф Лазар, настоящий отец Абигейл. Сначала похитители Абигейл не хотели знать, кого шантажируют. Но после того, как Абигейл раскрыла Фрэнку его личность, это вызвало страх и недоверие. Кристоф появляется как криминальный авторитет с репутацией жестокого убийцы. Выясняется, Кристоф использовал Абигейл как исполнителя, и он – вампир. Однако между Абигейл и ее отцом возник разлом. Преданность работы лишила его интереса к дочери. Если хотите узнать больше о фильме, смотрите наше видео с объяснением концовки, ссылка в описании. Кристоф Лазар – это Дракула? Нет четкого указания, что Лазар действительно Дракула, но достаточно намеков. Абигейл оказалась современным подходом к 30-м годам. Она – дочь Дракулы. Эти два фильма почти имели одно имя, это подчеркнуло, что отец Абигейл – версия Дракулы. В Абигейл есть намеки, что Лазар действовал в преступном мире. Он старше, чем кто-либо думает. Это соответствовало бы долгой жизни большинства воплощений Дракулы. Особняк, где происходит действие, напоминает замок. Это подтверждает связь с трансильванскими корнями Дракулы. Если Лазар – Дракула, это может объяснить распространение его власти за все эти годы. Эбигейл подтверждает, что ее отец превратил ее в вампира за века до событий фильма. Доказательством этому служат произведения искусства в поместье Кристофа. Фреска, найденная Дином, изображает пару ранних поселенцев в Северной Америке. Они, по-видимому, были европейцами в соответствии с их одеждой. Двое, скорее всего, отец и дочь. Сходство девочки с Абигейл говорит о том, что балерина – это не то, кем она притворяется. Есть намеки на возможное продолжение фильма, обсуждение которого в ближайших видео.